Всем привет, друзья, у микрофона, как всегда, Simoplay. Я продолжаю играть на лобби бесконечное лето Earliest in Summer, мод под названием «К звездам». И, конечно же, если ты впервые на канале, подписывайся на канал, прожимай лайкосик, пиши коммент, и погнали проходить дальше, читать этот мод. Правда, ты согласен? О, это чудесно, просто чудесно. Слушай, если так дело у нас пойдет, то ты можешь запишешься в мой кружок, а то их всего одна, пока не идет никто. Интересно, почему? Даже всегда веселее и интереснее, пока я не готов ответить на этот вопрос. Вдруг у меня не пойдет это дело. А не хочу тебя огорчать просто. А ты приходи сегодня вечером, мы попробуем, если поймешь, что все совсем не твое, то так тому и быть. Но я гарантирую тебе, что это не случится, и ты быстро все освоишь. Главное было бы желание. Ну вот, это тебя завербовали уже. Заинтересовали точно, а там посмотрим. Ну тогда до вечера, Мику. Как тебе наше японское чудо? Чудо-чудно, ничего не скажешь, очень милая девочка. Я это вслух сказал. Ну ничего себе, у многих отпугивает ее чрезмерная общительность. Меня любая общительность отпугивает, но почему-то не в этот раз. Не знаю, мне все понравилось, вдруг получится в самом деле гитару освоить. Какой же пионер без гитары? Ну да. Ладно, пойдем дальше. Следующим пунктом после царства музыки у нас началась местная империя книг. Внутри библиотеки с удивлением обнаружились знакомые лица. Привет, Лена. Привет. Она явно не ожидала увидеть меня в таком месте, сейчас стояла в растерянности, не понимая, какую стратегию поведения выбрать. На помощь нам пришла невысокая пионерка в очках с толстыми линзами. О, вас тут в очередь тогда. Так, Лена, возврат, я оформила, что ты еще возьмешь? Нет, я, пожалуй, пойду, спасибо, Жень. Названная Женя пионерка странно посмотрела на меня, потом на Славе, после чего закатила глаза и молча кивнула. Лена же словно ждала этой отмашки и, едва не споткнувшись, почти побежала в сторону выхода. Я посмотрел ее след, но Женя тут же окликнула. У вас что? Привет, мы с тобой пока не знакомы. Со мной ты уже знаком, я Женя, заведую библиотеку, как видишь, сам кем будешь. Бяка-бука, ясно, понятно. Эдвард нам прибыл для отбывания языка едва не слетевого срока. Отдыха на территории данного лагеря. Отвечая в подобном духе, голосом полным самоиронии, я стебался сам над собой. На Жене же, видно, мой официальный ответ не произвел никакого впечатления. И я счастлив отметить, что нужно. Мы решили познакомиться с нашими ребятами, которые руководят тут различными кружками, и к тебе заодно заглянули. Эдвард чуть позже придет к тебе с обходным, подпишешь? Ну, как появится обходной, пусть приходит, подпишу, что дело читательски планируешь открывать. По ее тону я понял, что она ожидала отрицательный ответ. Ну еще бы, если жизнерадостная Мику буквально светилась энергией, которая так и тянула, то Женя оказалась в очень мировой серьезности, в которой лично для меня не было ничего привлекательного. Чего нельзя было сказать о книге, библиотека была заставлена как минимум несколькими километрами стеллажей с различной литературой. Я уже и не помню, когда в последний раз был в библиотеке, так активно пользовался электронными книгами. Но все осталось это в будущем, которое для меня теперь было прошлым. А сейчас, когда прошлое стало настоящим, мне представляется очень очередной шанс не сойти с ума. Будет чем занять себя в перерывах между занятиями с Мику. Буду. Я так и... Стоп, что? Что говорю, нужен читательский. Вот как, что ж, интересно, кроме Слави, если на сюда не наведывается никто особо. Его голос тут же изменится на более приветливый. Я не обещаю ходить часто, но обещаю обязательно прочитать то, что сейчас унесу с собой. Ну и что ты хочешь унести с собой? Ну, скажем, Джека Лондона, есть такое. Вроде бы где-то сборник рассказов, что на буржуазную литературу тянет. Блин, какая тебе разница, на какую меня литературу тянет? Ну я не пойму, что за тупые диалоги за... Ладно. Вокруг... Плевать. Эта книга в Союзе выпущена. Выпущена, значит, разрешена к чтению. Я не прав? Похоже, Жене не понравилось, когда снобизм проявляет кто-то еще, кроме нее, поэтому зла, посмотрев на меня, она тут же ушла в дальний угол библиотеки в поисках нужной книги. Хоть Джек Лондон, хоть Альфонс там про соблазнение, хоть что вообще, плевать, какая тебе разница. Смотри-ка, из Жени диалог все сложился. Наверное, ты понял, почему сюда никто не ходит. Потому что всем кажется, что они ходят к человеку вроде Жени, а сюда буду приходить к книгам. Хорошая тактика. Держи Лондона своего, ты первый, кто берет его, кстати. Не сомневаюсь в этом. Несмотря на то, что я отдал предпочтение не теоретикам марксизма, ленизма, а зарубежному писателю, все равно чувствовать, что в библиотеке меня теперь считают своим.
Женя попрощалась со мной совсем не так, как поприветствовала. К вам во всем можно ключ подобрать. При желании, людишки. Все вы, как консервные банки, строите из себя закрытые емкости, в которые хрен кто влезет, а я ножик получше подберу. Хрясь, и не больше закрытой емкости. Как и внутри ничего нет, в большинстве случаев она одна пустота. И зачем ее так усердно прятать, словно бы это чистое золото? У выхода из библиотеки мы вновь неожиданно столкнулись с Леной. Она стояла неподалеку от двери и явно ждала кого-то. Приди меня, она хотела было сделать шаг вперед, я тут же понял, что ждут именно меня. Но встречи взглядом со Славой, Лена передумала и мотнула головой. Позже тогда. Лена, что ты хотела? Нет, ничего, извините. Девочка тут же поспешила уйти подальше от библиотеки, оставив нас со Славой в полном непонимании. А что это с ней? Не знаю. Странная она какая-то. Я так понял, вы уже виделись с ней раньше, раз она хотела тебе что-то сказать. Пересеклись уже, да? Но посвящать Славе в детали нашей вечерашней беседы у меня не было ни малейшего желания. Ну, так ты сам все понял, человек немного не от мира сего. Как любишь, ты ярлыки вешать на всех. Если немного, но если задуматься, то в каждом из нас есть немного чудаковатости, разве нет? Не знаю, в себе я не замечала ничего подобного. Хотя, кто знает, всякое возможно. А это уже нарциссизм. Нарциссизм. Хотя, да, попахивает им, как минимум. Так, у нас осталась одна лишь редколлегия, верно? Вроде бы да. Тогда пойдем, и как раз скоро время обеда настанет. Здание, где расположились местные мастера, снова находилось прямо у входа с территории лагеря. Редколлегия оказалась довольно небольшим помещением, значительную часть которого занимали шкафы с книгами, уголок красной агитации. Не знаю, может это на превьюху взять. Ну да, вы же для этого сюда и поставлены. В дальнем углу комнаты обнаружился мольберт с чьим-то начатым портретом. Ну, хорошенько рассмотреть его я не успел. Меня окликнули. Вандер, глянь, у нас гости, вам чего? А, только сейчас я обратил внимание на присутствовавших в помещении ребят. Два парня сидели за столом перед развернутым ватманом, на котором было что-то старательно выведено большими красными буквами. Одним из них, при виде незваных гостей, тут же оперативно свернул творчество и загородил его спиной. Стало немного обидно. Ладно, уж храни пока свои секретики. Я новенький тут, вчера приехал Эдвардом звать. Вот ходим, знакомимся тут со всеми и всеми. Да, ну и дела. Наша газета интересна еще кому-то, кроме нас самих. А ты не верил, Влад? Как, неужели вы не являетесь самым читаемым и обаятельным в изучении материалов в лагере? Оба искренне засмеялись, я даже почувствовал себя неловко, Сая тоже чуть смутилась. Мы сами читаем материал. Ой, насмешил. У нас задание к концу смены сверстать стенгазету. Слава вот не даст соврать. Если не успеем, то сикер башка будет. Да, будет не очень хорошо. В общем, вообще нехорошо будет, так что этим мы тут и занимаемся. Все время, но проблема в том, что верстать особо. Нечем. В лагере ничего не происходит током. Ага, писать о том, сколько раз Алиса с Уленой с кем-то подрались, особо неинтересно. Да и райком такое не одобрит. Не одобрит. Вот если бы произошло что-то из ряда вон выходящее, например, таинственное исчезновение пионера в старом корпусе, или... Так, не надо тут. Я не удержался. А перемещение во времени устроит? Чего? Кого? Да шучу я, чего вы сразу? А про замену вывески вы не хотите написать, или про флаги на площади? А чего об этом писать? Да поменяли. Не мы же республиканское руководство, так что... Тогда вот что могу вам предложить. Мы с Уленой забились футбольный турнир устроить. Футбольный турнир? А вот это уже интересно. Ты с ума сошел? Против Ульяны в футбол выходить? Это же настоящий трансильванский дьявол. Стрельцов с Яшным отдыхает, сожрет и не подается. Всегда найдется рыба крупнее, да и вам какое дело до результата. В любом случае, события вот об этом и напишут. Напишите. Ну, это само собой, какое такое пропустить никак нельзя. Всякое этот выпуск будет куда интереснее предыдущего. Помнишь, о чем мы там писали? Лучше не вспоминай. Я вот помню. Короче, братцы кролики, с вас за колючку обходном, когда я после обеда к вам заявлюсь. Снова с меня сногсшибательный турнир, на котором я раскромлю вашу Ульяну и стану чемпионом Семенка. Ваша газета больше никогда не будет прежней. Ну, за это спасибо, Эдвард, просто Эд. Кстати, а почему Вандер? Да ему просто фамилия Вандеренко не особо нравится, а имя, по-моему, кое-кто забылся. Ой, ну прости. Честно говоря, мне было все равно, кто и почему зовется именно так. А не иначе, спроси я лишь чисто для поддержки разговора. Главное, пакт Эдвард Редколлегии был заключен.
Отчасти он был самоубийственный, ведь теперь у меня не оставалось выбора, кроме как победить в турнире. Как я буду в случае поражения просто жалким и горделивым неудачником, и пусть премьерные пионеры никогда не скажут этого напрямую, но в их глазах я всегда буду видеть насмешку. Ситуацию усугубляло то, что я понятия не имел, из кого набирать команду. А когда вышел из здания кружков, то пожалел, что не предложил журнал людям присоединиться не только в качестве корреспондентов, но и в качестве игроков. Пусть ряд коллеги славя сославшись на жажду, просил пробежаться к ее домику, где, по ее словам, девочки, хранились тонны ледяной воды, настоящие сокровища в этот жаркий день. Про тонну, понятное дело, было преувеличение, зато несколько бутылок с удивительно прохладным содержимым найти удалось. Обратно на улицу мы вышли, наслаждаясь самым безвредным напитком на свете. В своей Москве я бы не раздумывая взял колу, теперь же мне нравилась самая обычная вода, которая освежала ничуть не хуже. Все же этот странный совенок заставлял меня смотреть на многие вещи по-новому. А быстро мы совсем управились, да? Да, немного времени это потребовало. Уже решил, что тебе по душе? Мне все в целом понравилось. Хочется и то, и другое попробовать. Начну, наверное, все же с музыкального клуба, а там будет видно. Ну да, по крайней мере, Мику теперь не будет скучно, а то порой больно смотреть на то, как она там угасает в полном одиночестве. Мне показалось, или эту фразу был вложен какой-то особый смысл. Еще один демон. Ладно, Эд, пойду я. Надо еще метлу эту чертову найти. Я же ведьма. Кажется, вспомню, куда я ее положила вчера. Я больше не нужен? Да нет, в принципе, я сама справлюсь. Можешь пока к Мику сходить. Начни занятия. Надеюсь, Ольга Дмитриевна скоро освободится и сможет выдать тебе обходной. Точно, у нас же заданий сегодня не было, как кроме к Славе подойти. И мы с ней так полдня проходили. Нет, не показалось. Попрощавшись со Славой и поблагодарив ее за помощь, я уже намеревался пойти в музыкальный клуб, как вдруг заметил выходившую из своего дома Калину. Тогда, завидев меня, я понял, что рядом со мной больше никого нет, поспешил приблизиться. Все-таки что-то ей от меня было нужно. Привет еще раз. Здравствуй, ты хотела меня спросить что-то у библиотеки? Да, хотела. Еще не знаешь, что это? Я доставил что-то из кармана юбки, протянул мне. Я нащупал, как меня словно окатило ледяной водой. Девочка давала мне четки, которые я потерял, о которых успел основательно забыть. Что, как, где ты их нашла? В лесу около поляны. Твои, получается. Ты, наверное, обронил случайно, верно? А, да, наверное. Взяв из рук девочки четки, я спрятал их в кулаке. Карману больше доверять не было. Доверия не было. Я надеюсь, ты никому не... Не бойся, никому не говорю, я никому не скажу. Но впредь будь крайне осторожней. Обещаю тебе, что будет. Мое сердце колотилось так бешено, как бешено, то ли от сознания, что мой очередной косяк так благополучно разрешился, то ли от того, что все так хорошо закончилось именно благодаря Лене. Почему-то я был крайне рад, что именно эта скромная и печальная девочка помогла мне разрешить данную проблему. Если бы солидарность с моим диссидентством вновь проявила славе, я бы не был настолько счастлив. Интересно, и почему так выходит? Лена, спасибо тебе огромное, ты себе даже не представляешь, как ты... Девочка нежно улыбнулась и прервала меня. И тебе спасибо. За что это? За вчерашнее. Ну вот, теперь много отчасти встало на свои места. Комментировать это не было никакого смысла, поэтому я лишь так же улыбнулся в ответ и утвердительно кивнул. Уже знакомый звук призвал своих верных сынов на очередное вкушение плотской пищи. Время обеда? Именно оно. Ну, тогда пошли. Да, пойдем. Мы шли к столу и бок о бок, как бы независимо друг от друга. Но все же при этом немного зависимо. Я специально сначала немного ускорился, затем чуть сбавил шаг. В моих случаях Лена подстраивалась под мой темп. Значит, все же она шла не сама по себе, а вместе со мной. Насколько же это контрастировала с библиотекой, где она шарахнулась от меня, как черт от ладана. Хотя, где она нас смотрела, Женя? Может, Лена стеснялась, и Лена вообще чувствовала себя некомфортно, когда ее окружало чуть больше людей, чем один. А поскольку на почте сейчас были только мы вдвоем, то она чувствовала себя немного спокойнее. Мне очень хотелось как-то отблагодарить Лену за ее неоценимую помощь, но я не знал, что делать. Любое неосторожное действие могло быть воспринято как минимум с непониманием.
а как максимум с агрессией и очередным отвержением. Испортить отношения с Леной я почему-то сейчас боялся больше всего. Был готов поссориться хоть с правильной Славой, хоть с важной Ольгой Дмитриевной, но только не с этим забавным фиолетовым хвостиками, чуть покачивавшимися на ветру. Как дела? Мне чертовски захотелось переброситься с Леной хотя бы пару слов, чтобы самому себе доказать, со столь законсервированными людьми можно было нормально поговорить. Хорошо. Все про мгновение она тоже спросила. А у тебя? У меня тоже все нормально, теперь ты уже точно все отлично. Славно. На этом наши общие интересы оказались исчерпаны. А спрашивать Лену о вчерашнем я не решался, она отказалась говорить об этом. Тогда с чего бы вдруг ей говорить об этом сейчас? Поэтому остаток пути мы преодолели, храня молчание. Консервирование оказалось чрезмерным. Но я твердо вознамерился пообщаться с Леной позже, и чтобы диалог по возможности получился куда объемнее. О чем говорить? Да о чем угодно, о лагере, о природе, о погоде, о птичках-синичках. Главное разговорить девочку, пытаться понять, что ей интересно, и продемонстрировать свое неравнодушие к ее мыслям. Зачем? За хера? Вопрос самый главный. Ну ладно. И к переживаниям. Внутри столовой мы с Леной, не сговариваясь, разошлись по разным частям помещения, но обостели окон, чтобы как можно дольше побыть наедине с собой. Отчасти этому способствовало жаркое солнце, щедро одарившее пионеров своим теплом. У окон сидеть было практически невозможно, но мы явно были готовы пожертвовать комфортом ради сохранения жизненного пространства вокруг. Наверное, если бы мы посмотрели друг на друга, то явно подметили бы сходство характеров и сосмеялись бы. Но Лена сидела молча, уткнувшись в тарелку, не поднимая глаз на других пионеров. Я же несколько раз осторожно посмотрев на нее, понял, что ждать зрительного контакта нет никакой перспективы, поэтому сосредоточился на еде. Но мой покой длился недолго. Эд, привет, у тебя свободно? А что ты видишь, кого-то, кто рядом сидит, привидение? Да, конечно, здесь гости дорогие. Дорогие гости тут сели за мой столик. Алиса буравила меня взглядом так, что я не знал, куда деться. Алиса, тут узнала, что ты хочешь с Мику гитарой заниматься. Короче, да, и я тут решил, что в целом сам могу тебе пару уроков дать. Если ты хочешь, конечно. Я постарался убрать скепсис со своего взгляда, и хочется верить, что мне это удалось. Уж не знаю, как ты там играешь. Спасибо большое за предложение, подумай. Подумай. Алиса посмотрела на Славу, подмигнув ей левым глазом, думая, что я этого не увижу. Девочка же без разговора встала и сослалась на дело, тут же оставила нас. Что это с тобой? В смысле? В коромысле выглядишь ты не очень вот чего. Разве, по-моему, я просто пытаюсь поведать? Нет повода для беспокойства? А вот тут не прав, Ульяна всерьез взялась за тебя, а уже наслышана про тортир. Думаю, весь лагерь уже наслышан, ты разве не в курсе, что Ульяна наше местное сарафанное радио? Ну и думаешь, у меня действительно нет шансов? Без вариантов, особенно когда вместо сердечка буду играть я. Ситуация становится все интереснее, но меня на пон брать еще никому не удавалось. Алис, давай сразу определимся, я не хочу никому ничего доказывать, очевидно, что я тут чужак. И вы явно все продумываете так, чтобы показать лагерю, кто настоящий хозяин. Чего? Я же просто хочу немного расшевелить муравейник, потому что, как мне стало известно, лидер тут в основном никого нет. И может мне поверить, и я сделаю все от себя зависящее, чтобы обеспечить движ. У меня нет цели победить, но ради победы я готов расшибиться в лепешку, потому что не умею не идти до конца. Потому что иначе, кроме как через терник, звездам не попасть. Алиса явно находилась под впечатлением от услышанного, на виду старалась не подавать. Смело и мощно, но шансов у тебя не прибывалось, не найдется. Надеюсь, она сразу жалобить. И в мыслях не было играть в свою игру, так как умеете, а мы будем играть в свою игру. Мы, а что уже есть мы? Все возможно, лучше побеспокоить о стратегии победы, пока что это важнее, чем анализ противника. Алиса лишь хмыкнула, оставив нас с обедом. В гордом одиночестве я уже глубоко вздохнул и принялся есть пищу, которая, как и утром, уже остыла и не была такой же вкусной, как несколько минут назад. Эдвард, стой! Ольга Дмитриевна, как у тебя дела? Полный порядок, только мне от вас нужен обходной лист. А, держи вот, дорогой. Сам мне уже рассказал, какие вы молодцы, большие и всех посетить успели. Приняв из рук бумажку, я улыбнулся. Ну тогда я пойду. Да, давай, занесешь потом его ко мне, ладно? Обижать все досуговые учреждения лагеря второй раз не удалось, видно, быстро, наверное, потому что я нигде не задерживался надолго. Спавшая прямо за рабочим местом Женя проснулась буквально на минуту, чтобы расписаться и глазом послать меня в дальние капиталистические страны. А хитрюги журнала Люги были настолько уличной версткой номера, что даже не посмотрели на мою сторону, лишь Влад выбросил в сторону руку и наотмашь поставил грубо подпись, и не промазав по своей клеточке, не поправ
Порвав лист. Намного интереснее все прошло в музыкальном кружке. Почти дойдя до двери, я услышал оживленную беседу, происходившую внутри клуба. «Это что еще за твою мать?» Тихо подкрался к двери, я прижался к ней ухом. Послушавшись, слушать было крайне неприлично, но я не мог поступить иначе, ведь слышимые мои голоса принадлежали знакомым мне людям. «Нико, мне сколько раз тебе повторять? Нет, нет и еще раз нет!» Такое ли, но я видел вечером, когда рассердил ее своим бесцеремонным вторжением в ее переживания. Голос Мику уже наоборот принадлежал самому огорченному человеку на свете. «Ниночка, ты даже не хочешь попробовать. Ты не понимаешь, от чего отказываешься. Все, я прекрасно понимаю. Ни к чему хорошему это не приведет, понимаю слово. Но я все сказал, разговор исчерпан. Я решительно от того, ну, двери вошел в клуб кого-то. Кого-то точно пришло время спасать. Я прошу прощения, что без приглашения. Ничего, мы уже закончили. Лена? Да что же ты непонятливая такая. Мику было готово расплакаться, стоять в стороне больше было нельзя. Лена, стой! Стоп, давай не так агрессивно. Так-то лучше, Мик, что случилось? Я всего лишь хотел пригласить Лену на концерт, чтобы она спела что-нибудь под гитару, а она ни в какую. Я здрасте уже говорил, что не умею петь и не хочу, чтобы остальные это слышали. Собственно, так я и думал. Мику, ты же видишь, Лене некомфортно. Она боится раскрыть свой талант, потому что думает, что у нее ничего не получится. Может быть и так, и что с того, если я сказал, что не буду петь, значит не буду петь. Зачем настаивать-то? Наверное, Мику просто не понимает, что для тебя это так трудно. Живем в одном домике почти месяц, и до сих пор не понял, что ж такое. Даже Эдвард уже понял, хотя знаком со мной всего день. Но раз ты понимаешь, то объясни это ей, будь добр. А у меня уже нет сил. Не говори больше ничего. Лена покинула клуб, громко хлопнув дверью. Послышалось хныканье, Мику тихонько заплакала, спрятав лицо в ладошках. «Ну что ты, что ты?» Я поближе приобнял девочку, она почувствовала это тут же, хотя у меня рука и ткнулась головой в мое плечо, прикрыв глаза. «Я впервые вижу ее такой грубой, не понимаю, что с ней?» «Пойми, она крайне скромна и застенчива, и не любит, когда кто-то пытается на нее давить. Я же как лучше хочу, очень плохо, что она всех боится. А она о себе ничего не рассказывала в этом плане?» Нет, ни разу, мы с ней вообще почти не общаемся, она совсем не разговорчива. Приходит сразу ложиться спать, потом встает и сразу уходит. Ну вот видишь, значит, не в тебе дело, она сама по себе такая нелюдимая, такой вот характер. Очень плохой характер, ни с кем не общаться. Как так можно вообще, человек же существо социальное. Как знать, как знать. В глубине души я понимал Лену, когда я что-то искренне не хочу, но сам буду яростно сопротивляться любым пыткам навязать мне это, но это не отменяло того факта... Что фиолетоволосая злюка сегодня была очень грубой, даже чересчур. И со мной там вечером она держала на удивление уверенно, хотя в своем обычном состоянии ее уверенность куда-то резко пропадала. Вспомнить хотя бы паническое бегство из библиотеки или столовой. А значит, есть что-то такое, что она прячет глубоко внутри и в случае необходимости защищает. Это от кого угодно с львиной яростью. Что-то произошедшее в прошлом. Мику? М? Извини меня. За что? За то, что в такой момент хочу попросить тебя. Расписаться у меня в обходном листе. Что расписаться? Ах, ну так это мимо. Расписавшись и вернув мне листок, девочка улыбнулась еще шире, и мое настроение тут же улучшилось. Улыбка, как говорится, заразительна. Ну, смех тем более. Ну что, Эдя, я жду сегодня вечером для урока игры на гитаре. Ты мне обещал, помнишь? Эдя, о май. Ну, раз обещал, значит приду обязательно. Мику, не переживай по поводу Лены. Знаешь, на самом деле, не такая, какой может показаться на первый взгляд. Мне это сегодня утром очень сильно помогла, поверь, она очень хороший человек. Просто есть что-то, что ей мешает быть как все. Возможно, что-то, что произошло с ней в прошлом. Думаю, нам нужно проявить солидарность и попытаться понять ее. И принять такой, какая она есть. Да, конечно, я все понимаю. Если вдруг увидишь ее, передай ей, пожалуйста, мои искренние извинения. Я правда хотел как лучше. Думал, что она просто стесняется, а тут такое. Думаю, она сама еще 100 раз прибежит извиняться, так что не бери в голову. И готовь запасную гитару, потому что нынешнюю мы уничтожим сегодня вечером. Ха, договорились. Спасибо тебе огромное, Эдди. Ты очень хороший человек, побольше бы таких друзей, как ты. Чувствую, что превращаюсь в томат. Я с улыбкой кивнул и пошел по направлению к выходу. Капец, нас уже во френд-зону кинули. У выхода я нежно столкнулся с Ублёной Славой. Ты Лену не видел? Ты Лену видел? Что с ней? Идет, не видит никого вокруг. Сама даже не поздоровалась, чуть с ног не сбила. Да было тут, я разберусь. Если надо, только без вожатой, пожалуйста, сказал же разберусь. Я ничего не говорил про вожатую, я сама могла его погодить. Если можно, я сам. Я в курсе ситуации, поверь, там ничего серьезного. Раз хочешь, то давай, Амикуся. Да. Отлично, она тебе случайно ничего не говорила, например, о каких-то мероприятиях там? О мероприятиях? Ну, про какой-то концерт вроде упомянула. Вот болтушка, говори уже, пока в тайне это держать. У нас что-то готовится?
Ладно, уж тебе скажу, Ольга Дмитриевна посчитала, что еще одну скучную смену Савенок не переживет, поэтому она дала задание по возможности придумать что-нибудь интересное. Мы с Мику вчера переговорили бегло и в целом поняли, что готовы к организации небольшого концерта, где все желающие могли бы спеть свои любимые песни. Так-так, многое стало проясняться, вот почему Лена так бунтовала. Еще бы выступать перед десятками ребят, да какой социофоб в здравом уме пойдет на такое? А эти, те, кто сверху разрешили, а им какое дело до того, что здесь происходит? Ну да, эстетику немного поменяли, но в целом, пока все как прежде. Эд, говорю же тебе, что этот весь бардак временный, немного невменяемое руководство, просто которое иллюзии питает, излишне скоро во всем разберутся. Посмотрел бы я твои глаза спустя пару-тройку лет, как они тут во всем разберутся. Ты, кстати, как, не хочешь поучаствовать? Я пою ужасно, если с Мику гитаре обучимся быстро, то могу обычно побрончать кому-нибудь, но не более, увы. И то дело, готовься тогда. Так, сначала турнир, теперь концерт. На сколько еще мероприятий успею подписаться за сегодня? Посмотрим. А на кекс можно подписаться? Это очень скучный мод. Комендантского часа в Москве. А зачем вот это все? Я не пойму, вот эта информация. И эта музыка нагнетающая, у меня сразу настроение падает. Какая чрезвычайная ситуация на территории СССР? Так, ладно, друзья, я предлагаю на этом моменте сохраниться и продолжить уже в следующей серии наш диалог с вожатой, что она там читала, не читала, вот, и что у нас будет, как мы команду будем собирать, и к концерту готовиться, вот, скорее всего, это весь мод состоит из этого будет, вот, так что, друзья, прожимайте лайкосик, если еще не прожали, впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, у меня видосики каждый день, вот, так что продолжим уже в следующем видео этот мод под названием «К звездам», с вами был Сёма Пэй, и всем пока-пока, друзья.